Так, продолжаем, на чем мы там остановились. Не знаю, посмотрим по количеству времени, сколько у нас там будет. А возможно будет отдельная серия, возможно будет цельная. Но у нас, по сути, остался только король. И все. Пойдем и летим в столицу. Прибыли. Так, телефон. Попрес. Ответа нету. Даже без решимости? О, в натуре просто файл. Без каких-то надписей решимости. Лифт занят. Просто столицу. Сохранить. Стоп, это случай мне дом? Тарель. О, реально. Это золотой цветок. Угли все еще теплые. Отлично, кресло для чтения, но не похоже, что кто-то им пользовался. Здесь фотоальбомы. Альбомы для вырезок, книги и заваривания чая. Садовые инструменты. Много лет тому назад в руины упал человек. Пострадавший после падения человек стал звать на помощь. Это мусорное ведро. Оно заполнено скомканными рецептами и рискового пирога. Плита очень чистая, похоже, кто-то использует вместо нее огненную магию. Вы берете ключ и вешаете его на ваш телефонный брелок. Это записка. Приветик, угощайся, берите что хотите. В раковине застряло немного белого меха. Холодильник заполнен закрытыми консервами с улитками. Азриль, сын короля, услышал человеческий зов. Он вернулся в замок вместе с человеком. Азриль. Шло время. Азриль и человек стали как родные. Король и королева относились к детям как к своему собственному. Подземный мир был полон надежды. Несмотря ни на что, это все еще ты. Это золотой цветок. Дневник Асгора. На этой странице написано: только сегодня хороший день. Чернила еще не высохли. Это кровать королевский размером. Это трофей. Первое место в конкурсе «Ласковый нос 98». Это сундук с одеждой. Тут лежат балахоны, кофты на пуговицах. И розовый связанный вручную свитер с надписью «Мистер Папани». Это комод. Внутри костюм Санта-Клауса. Вы берете ключ и вешаете его на ваш телефонный брелок. Комната на ремонте. Это золотой цветок. Это золотой цветок. Это золотой цветок. Пыльные игрушки. До чего же удобная кровать, лягте на нее, и вы, возможно, уже никогда не подниметесь. Семейная фотография. Все улыбаются. На рисунке изображен золотой цветок. Здесь очень много полосатых кофт. Это односпальная кровать. Полосатый кр... Полосатый?
Внутри коробки лежит медальон в форме сердца. Возьмете ли вы его? Ну, взять. Вы получили медальон в форме сердца. Внутри королевский лежит старый кинжал. Возьмете ли оставить? Ну, зачем мне кинжал? Медальон сердца, информация. Медальон сердца, защита 15. Тут написано «Лучшие друзья навеки». Ну, давайте, ладно, если предлагают, взять. Вы получили старый кинжал. Вещи. Старый кинжал, информация. Старый кинжал, атака 15, идеально подходит для разрезания растений и лоз. Но у меня оружие, которое хилит, поэтому... Вы сняли цепь. Старый календарь конца 201-х года, одна дата обведена. Затем, однажды, человек очень сильно заболел. Больной человек высказал лишь одно желание – увидеть цветы из его деревни, но мы ничем не могли помочь. На следующий день, человек умер. Азриэль, убитый горем, поглотил душу человека. Он превратился в существо с невероятной силой. С человеческой душой Азриэль пересек барьер. Он нес то тело человека в сторону заката, обратно в деревню людей. Азриэль достиг центра деревни. Там он отыскал поляну из золотых цветов и возложил на нее человека. Вдруг раздались крики. Жители деревни увидели Азриэля, держащего тело человека. Они подумали, что это он убил дитя. Люди атаковали его всем, что у них было. Он получал удар за ударом. Азриэль был способен уничтожить их всех. Но Азриэль не атаковал в ответ. Вцепившись в человека, Азриэль улыбнулся и ушел прочь. Израненный Азриэль добрался до дома. Он вошел в замок и упал. Его прах разлетелся по всему саду. Королевство впало в отчаяние. В одну ночь король и королева потеряли обоих детей. Люди снова забрали у нас все. Король решил, что пришло время покончить с нашими бедами. Каждый человек, что упадет к нам, должен умереть. С достаточным количеством душ мы сможем навсегда разрушить барьер. Так, идет запись, идет. Осталось недолго. Король Асгар запустил нас, выпустит нас на свободу, даст нам надежду, спасет нас всех. А почему ты не улыбаешься? Разве это не волнительно? Разве тебя это не радует? Ты тоже освободишься. Так, вопрос, куда мне идти? Последний коридор. А это, наверное, заполненный лифт, да, который был? Да.
Похоже, ты все же сделал это. Конец твоего приключения уже совсем близок. Через несколько мгновений ты встретишься с королем. Вместе мы определенно будущее этого мира. Вы определенно. Но это будет потом. А пока ты будешь осужден. Ты будешь осужден за каждое свое действие. Ты будешь осужден за каждое ОП, что ты получил. Что такое П? Это акроним. Он означает очки пыток. Это способ посчитать, сколько боли ты причинил другим. Когда ты убиваешь кого-либо, твои ОП увеличиваются. Когда у тебя достигает ОП, твой уровень увеличивается. УР тоже является акронимом. Он означает уровень резни. Способом измерить чью-то способность причинять боль. Чем больше ты убиваешь, тем легче тебе отстраниться. Чем больше отстраняешься, тем менее ты от этого страдаешь. И чем легче тебе заставить страдать других. Но ты ни разу не повысил уровень. Конечно, это не значит, что ты всецело невинен или наивен, а лишь то, что в твоем сердце осталась какая-то доброта. Несмотря на преграды или трудности, которые ты встречал, ты стремишься сделать все правильно. Ты не стал никому вредить. Ты даже убегал, ты улыбался, ты испытывал радость, не получая радость. Есть ли в этом словах смысл? Пожалуй, нет. Теперь ты встретишься с величайшей проблемой за все свое путешествие. То, что ты сделаешь, решит судьбу целого мира. Если ты откажешься сражаться, Асгор заберет твою душу и уничтожит человечество. Но если ты убьешь Асгора и возвратишься домой, мусоры навсегда останутся заточены под землей. Как же ты поступишь? Ну, если бы я был на твоем месте, и я бы уже давно сдался. Но ты ведь не пришел сюда, чтобы сдаваться, ведь так? Наверное. У тебя есть нечто, называемое решимостью. Так что пока ты держишься, пока поступаешь так, как тебе велит сердце, я верю, что ты сделаешь правильный выбор. Итак, мы все рассчитываем на тебя, малой. Удачи. Ну, слушайте, как вариант, как я понимаю... Если души все-таки у него есть, зачем Асгору поглощать души в себя и поглощать наши души, если он может отдать эти души нам же? Тогда во мне будет 7 душ, которые нужны для того, чтобы разрушить барьер, разве нет? Я думаю, это идеально. Тронный зал. Последний коридор. Вход в тронный зал. А тут что? Это гроб. На нем выгравировано имя. Шимик. Он пустой. Ага, это все души, да? Ну, окей. Но, по сути, если он меня не сможет победить, то он не сможет забрать мою душу, так ведь? И даже если... А он захочет меня на самом деле победить? Вот тоже вопрос. Типа, может быть, он хороший, типа, и не захочет меня даже уничтожать. Пум-пурум. Ох, кто здесь? Один момент. Я почти закончил поливать цветы. Вот так вот. Приветик. Чем могу... А чем ты поливал? Ох. Мне так хочется сказать... Не хочешь ли чашечку чая? Ну, ты же знаешь, так принято. Чудесный сегодня день, да? Птички поют, цветочки благоухают. Отличная погода для игры в догонялки. Ты знаешь, что нам предстоит сделать? Когда ты будешь готов, пройди в следующую комнату.
Это трон. Так, стата, телефон. Парпирус. Ответа нету. Телефон. Тарель. Никто не взял трубку. Так, вещи, подожди. Это все мои вещи? Подожди, а я... Ух, а это плохо. Это очень плохо. У меня только 3 хилки. Лол. Ну, 2 можно сказать, ладно. Фак. Серьезно. Хреново. Это другой трон, укрытый белой тканью. Тронный зал. Блин, может вернуться в обратку и... Блин, ну там очень долго идти в обратку. Ладно. Как волнительно. Просто думаю об этом как... О визите к зубному. Ты готов? Если нет, я пойму тебя. Я тоже не готов. Конец. Я без хилок, зашибись. Бесконечно белый коридор — это барьер. Это то, что удерживает нас всех в заточении под землей. Если у тебя случайно остались незаконченные дела, сейчас самое время их закончить. Понимаю. Чем бы ты ни хотел заняться, это наверняка стоит того. Даже если это такая мелочь, как чтение книг или прогулка. Пожалуй, не торопись. О, бля, ну я думаю, желательно, наверное, вернуться, купить себе хилок. Давайте на паузу поставлю и пойду куплю хилок. Ну, слушайте, на самом деле оказалось не такое же долго. Мне причем показалось, что я сейчас буду полжизни идти. Так, купить. Зеленая звезда. 14 хп, очень популярная еда. Ну, сколько у меня денег? 500. Я могу 4 таких купить, да и все. На фул хп будут хилить. Знаете, что я могу делать сейчас, а ну-ка? Телефон. Так, ящик А. Соп-салат я, наверное, положу. Так, подожди, вещи. Что такое вообще соп-салат? Информация. Собачий салат лечит. Восстанавливает. Не... Собачий салат. И собаки, получается. Так, купить. У меня 5 свободных мест. Я могу 4 таких купить. Снеговик — это не еда, запоминаем. Я могу купить... Давайте, раз. 4 таких. Ну, как раз хватит на 4 таких. Нужно ли вам что-нибудь еще? Нет. В любое время, малыш. Все. Еще бы идеально, знаете, что сделать? Что было бы очень идеальным. Это вернуться в Снежноград. Я не знаю, тут времени очень много займет на это. На Снежноград. Нет, в принципе, сейчас направо, там лифт. Через лифт. Тогда же нормально. Короче, я хочу в Снежноград, наверное, отдохнем, чтобы мне еще дали дополнительные 10 хпшек. А, денег нету, бля. Отмена. Я забыл. Я забыл то, что нужно 80 монет для того, чтобы отдохнуть там. Йо-йо-йо-йо. Ну, а я сам виноват. Я сам виноват. Ну, будем на своих хпшках. Если вдруг убьют, но...
Ну что делать? Ничего. Ничего уж не поделать. Как бы то ни было. Ну да, получается, это у нас даже выходит на отдельную серию. Типа по длительности. На этот раз он довольно быстро доехал. Санс. Если это внутри нейтральная концовка, блин. Обидно то, что если я пойду в натуре на хорошую концовку, придется делать все то же самое, что я делаю сейчас. И это немножко, ну, такое себе. Все. Все, все. Отправляемся. А, я нужно было все равно к снеговику бегать. Ладно. Бог с этим снеговиком. О, уже вернулся. Ну, ты как? Готов. Ясно. Значит, время пришло. Готов? Странный свет заполняет комнату. Но он грустный, он не хочет этого делать. Сумерки светят сквозь барьер. Похоже, ваше путешествие наконец подошло к концу. Вы полны решимости. Человек. Было приятно познакомиться с тобой. Прощай. Ух! Он пощаду уничтожил. Ну, ладно. Асгор атакует. Да, он пощаду уничтожил. Действие Асгор. Оценить. Действие Асгор. Говорить. Вы спокойно говорите Асгору, что не хотите сражаться с ним. Его руки на мгновение задрожали. Действие Асгор. Говорить. Вы говорите Асгору, что не хотите сражаться. Он усмехается. Действие, Асгор. Говорить. Вы твердо говорите Асгору перестать сражаться. Его глаза вспыхивают воспоминания. Атака Асгора понизилась. Защита Асгора понизилась. Я вообще нихера не понял. Действие, Асгор. Говорить. Похоже, что Асгор больше не приносит... Так, разговор больше не приносит пользу. Так, вещи. Звездный парфюм. Надо успевать. Действие Асгор говорить. Похоже, что разговор больше не приносит пользы. Ух. Действие Асгор говорить. А, я понял, что это было, манать. Я думаю, что почему мне урон коса не нанесла, а я постоянно в движении был. Ай. Действие Асгор говорить. Действие Асгор говорить. Действие Асгор. Блин, может, мне нужно было пирог сюда принести, чтобы он, типа, это ж пирог от моей жены. Вот.
Откуда оно у тебя? Говорить. Все, что вы можете, это сражаться. Я не буду сражаться. Похоже, что разговор не приносит пользы. Вещи. Гламбургер. Как доджить эту чертову атаку? Действие Асгор говорить. Что я должен? Нифига себе. Действие Асгор говорить. Он меня все равно задам... я точно забыл. Вещи, гламбургер. Как я должен от этого вернуться? Попал. Если Асгор говорить. Ух, если Асгор говорить. Я не буду его атаковать. Максимально не буду атаковать. Здесь Асгор говорить. Здесь Асгор говорить. Действие Асгор говорить. Вещи. Гламбургер. Действие Асгор говорить. Как я до этого вообще это прошел без урона? У меня осталось две хилки, вы гоните? Говорить. Здесь Асгор говорить. Я пытаюсь его не дамажить вообще, но у меня это не выходит. Здесь Асгор говорить. Здесь Асгор говорить. Я битву не хочу, битва Асгор, но я не хочу его атаковать вообще. Здесь Асгор говорить. Неужто в натуре только битва поможет? Вещи. Гламбургер. Все, у меня больше нету. Здесь Асгор говорить. Какой же это бред? Здесь Асгор говорить. Не забываем, что у меня хилок уже все нету. Ай. Здесь Асгор говорить. Здесь Асгор говорить. Здесь Асгор говорить.
Ну все, я умер. Все. А у меня есть варианты? Ты будешь в порядке. Шимик. Сохрани решимость. Я все пытаюсь сделать, алло, я на небе выходит. Просто я максимально попытался сделать все. Он вообще к разговору не хочет идти. Я никак не поменялся, если с остальным можно пару реплик вкинуть и все тогда. Это очень странно. Зачем я его оценил? Когда мне скажут, что только урон... А чё тут сразу так быстро все? Вот как я задолжил это все дело. Говорит. Ладно, с этой вот теперь начинаем сражаться. Если он по-хорошему не хочет битва, Асгор. Битва, Асгор. Очко. Битва Асгор. Все, я труп. Вещи, гламбургер. Как нужно дожить быстро эти движущие хери. Впервые используем с вами битву. А, то есть до этого было не быстро. Вещи, гламбургер. Ладно. Битва. Ай-яй-яй. Надо было ножик поставить себе в оружие, точняк. Чем дольше я с ним сражаюсь, тем больше я наношу урона.
Забейте вещи, гламбургер. Она попадала по мне, почему я урон не получал? Вопрос. Битва. Как? Почему там пропала одна дуэльная херня? Да как ты работаешь? Как? Делал вид, что увидел. Битва. А у меня варианта было, ах. Так вот, каково это. Я помню день после смерти моего сына. Весь подземный мир лишился надежды. Люди снова украли у нас будущее. В порыве ярости я объявил войну. Я сказал, что уничтожу любого человека, что придет сюда. Что использую их души, чтобы стать богоподобным. И освобожу нас из этой ужасной тюрьмы. Затем я бы уничтожил человечество. И позволил монстрам мирно править поверхностью. Вскоре я к народу вернулась надежда. Однако моя жена была недовольна моими действиями. Она покинула это место и больше никогда не виделись. По правде говоря, я не хочу силы. Я не хочу причинять кому-либо боль. Я лишь хотел, чтобы каждый имел надежду. Но я больше этого не выдержу. Я просто хочу увидеть свою жену. Я просто хочу увидеть своего сына. Пожалуйста, дитя. Эта война идет уже слишком долго. У тебя есть сила. Возьми мою душу и покинь это проклятое место. Пощадить. После всего, что я сделал, чтобы навредить тебе, ты предпочтешь остаться здесь и страдать? Чем сейчас счастливо жить на поверхности? Человек, я обещаю тебе, пока ты будешь находиться здесь, мы с женой будем заботиться о тебе. Мы можем сидеть в гостиной, рассказывая истории. Кушая и рисовый пирог. Мы сможем быть семьей. Понимаете, просто в истинном пацифисте там можно всех спасти. В нашем случае этого нету. Типа, я его не смог никак спасти. Ты идиот? Ты ничему не научился. В этом мире убивай или... будешь убит. Да, начинается жопа. Походу, настоящая финальная битва. И? А что произошло? Не, игра вылетела или что? А у меня просто, когда еще вылетает, она у меня еще и крашится при этом. Два в одном, зашибись. Минус игра! Ура! Открываем, заходим снова. Может, я должен в натуре... А я ж не смогу пирог получить. Давным-давно... Две расы правили землей люди и монстры. Однажды он... Все исчезли без следа. Однажды они. Так, Фауи. Уровень 9999. Перезагрузка. Продолжить. А что было, если бы перезагрузил? Файл стёрт. Приветик. Это я, Флауи. Цветочек по имени Флауи. Я тебе крайне благодарен.
Ты сильно потрепал этого старого дурака. Если бы не ты, я бы никогда этого не одолел. Но теперь, благодаря тебе, он мертв. И я заполучил человеческие души. Да уж, я так долго был пуст. Так же здорово снова иметь души. Я чувствую, как они дрожат. Что такое? Не знаешь, что теперь делать? Что ж, это просто замечательно. В конце концов, у меня только 6 душ. Мне нужна еще одна, прежде чем я стану богом. И тогда, с моими новообретенными силами, монстры, люди, все, я покажу им всем настоящую суть этого мира. Да. И забудь о побеге в свой старый файл сохранения. Он исчез навсегда. Но не волнуйся. Твой старый друг файл Флауи придумал, как это исправить. Я сохранюсь на моменте твоей смерти. И тогда ты сможешь наблюдать, как я разрываю тебя на кусочки. Снова и снова и снова. Что? Ты серьезно думаешь, что сможешь остановить меня? Хе-хе-хе. Ты действительно идиот. Так, а могу я его пощадить, интересно? Ну, такую жуткую херовину, я думаю, навряд ли здоровую жуткую херовину. Навряд ли смогу пощадить. Внимание. Воу. Воу. Действие. Вызовите на помощь. Ой, сейчас умру. Ух, манать. А где я? Битва. Внимание. Так, я должен прыгать между рукавичек. Вот это... Он так и хочет, чтобы я умер. Флавы, я тебе не дам себя убить. По крайней мере, попытаюсь. Ага. Не успею. Ай-яй-яй, ладно. Мухи! Ой, сейчас меня грохнет.
пожалуйста, сейф. У меня на одну тычку где-то хп. А, просто между строчек прыгать. Да ё-моё. Сложно. Масло. Ну, из сковородки, типа масло брызжет. Горячее. Почти отхилился на пол. Так, это легко. О, это уже не легко. Ладно, это легко все еще. Так, еще одно сердце. Так, запоминай, в каком порядке стреляют. Ай. И? Ну, слушай, по сути, он меня не убил. Еще. Защита флау снижена до нуля. Я пытаюсь уклоняться и при этом смотреть сразу, что где происходит. Манайте, я думал, он эту атаку не сможет использовать. Мадать, он просто всем меня душит. Ноль смертей. То есть я умер два раза? Нет, нет. Этого не может было произойти. Ты... Понимаете, я... Файл загружен. Ты идиот. Файл загружен. Хи-хи-хи. Ты правда думал? Что сможешь одолеть меня? Я бог этого мира. Ну слушайте, я почти
прошел игру без смертей, если бы не король. Если бы я знал, что у короля в натуре пощадить никак невозможно. Ты безнадежен. Безнадежный и одинок. Черт побери. Ведь точно. Так стоять. Фиг его знает, лучше закрыть начать. Твои никчемные друзья. Теперь не спасу тебя? Позови на помощь, попробуй. Кричи во тьму. Мамочка, папочка, кто-нибудь помогите. Видишь, не помогает. Вы зовете на помощь. Но никто не пришел. Да уж, какая досада. Никто не увидит, как ты умрешь. Но я могу успеть вы... А нет, не успею уже. Что? Как ты... Что ж, я просто... Ошибка загрузки. Что? Где мои силы? Души? Что они делают? Нет, нет! Вы не можете так поступить! Вы должны подчиняться мне! Стойте, прекратите! Хватит! Да, это полноценная серия... Другая серия. Пощадить. Что ты делаешь? Ты всерьез думаешь, что я вынес из этого урок? Нет. Эта пощада ничего не изменит. Убить меня — единственный способ покончить с этим. Если ты позволишь мне жить, я вернусь. Я убью тебя. Я убью всех. Я убью всех, кого ты любишь. Почему? Почему ты так добр ко мне? Я не понимаю. Я не понимаю. Я просто не понимаю. Флауи. Убежал. Undertale. Bye, Toby Fox. Time Chunk. Так, если сейчас будут субтитры, нужно будет от них уворачиваться, получается. Ну, блин, мне придется все равно перепроходить два раза, получается, на хорошую концовку. Может, что-то будет изменяться еще, кстати, в мире. И еще нужно на геноциде. Если выбирать между чем выбирать, лучше сначала, наверное, на пацифисте пройти, чтобы увидеть хорошую концовку, потому что при геноциде я не смогу получить настоящую пацифическую концовку, понимаете, в чем проблема? Поэтому... Да? Повторим игру ту же самую, только я не знаю, либо через какой-то промежуток времени, либо сразу. Хотя навряд ли я сразу буду. Звонок. Эй! Меня кто-нибудь слышит? Ну, я просто звоню, чтобы сказать. Ты сделал снеговика очень счастливым. О, кстати, я же... Снеговика, я же даже его не съел, кстати говоря. Полагаю, мне следует сказать что-то еще. Итак, прошло много времени. Королева вернулась и теперь правит подземельем. Она установила новые правила. Все люди, которые попадают сюда, будут считаться не врагами, а друзьями. В любом случае, это изменило изменение к лучшему. Человеческие души, которые собрал король, кажется, исчезли. Так что, тот план по в скором времени не осуществится. Но, несмотря на то, что народ убит горем из-за короля, а в будущем мы можем так и не получить свободу, королева изо всех сил пытается не давать нашей надежде угаснуть. Так что, ей... Даже если мы тут внизу не сдаемся, то и ты не смей сдаваться, где бы ты ни был, окей? Кто знает, сколько времени нам понадобится. Но мы
Выберемся отсюда. Санс, с кем ты разговариваешь? О, ни с кем. Что? Ни с кем? Могу я тоже с ним поговорить? На, развлекайся. Погоди секунду. Я узнаю этот номер. Внимание, человек. Я Великий Папирус. Теперь капитан Королевской Стражи. Это все, о чем я когда-либо мечтал. Ну, кроме того, что мы вместе просто поливаем цветы. А не бьемся, так что почти ничего не поменялось. А еще мы помогаем доктору Альфису с исследованиями. Она собирается найти способ вытащить нас отсюда. Андайн тоже ей помогает. Правда, то, как она помогает, немного взрывоопасно. А я смотрю, чтобы со звуком было все хорошо. Но, думаю, Альфис нравится, когда она рядом. Ой, эй. Эй, чем занимаешься, Шкет? Пожалуйста, не трогай телефон. Эй, ты забыл, кто здесь главный? Я. Ох, да, точно. Я оставила свою работу в качестве руководителя Королевской Стражи. Ну, на самом деле, так как нам больше не нужно сражаться, Королевская Стража была полностью расформирована. Теперь здесь только один ее член. Но он очень хорош. Да, он хорош. Иди-ка сюда. Пожалуйста, не трогай скелета. Как бы то ни было, теперь я понимаю. Я помощница в лаборатории Альфис. Мы пытаемся найти способ свалить с этого свалки раз и навсегда. Ах, да, еще я работаю учителем физкультуры в новой школе Королевы. Ты знала, что я могу поднять 7 детей? Здорово, правда? Эй, я сожалею о том, что случилось со Сгором. Ты просто сделал то, что должен был. Это не твоя вина, он... Черт возьми, я скучаю по здоровяку. Так, Андайн, хватит думать об этом. Я полагаю, что мне следует рассказать тебе, как поживает Альфис. Ну, у нее все так же, как и всегда. Может, она стала даже чуть более замкнутой, чем обычно. Похоже, что ее что-то сильно беспокоит, но она справляется. Ведь я продолжаю поддерживать ее. Для этого ей нужны друзья, верно? В общем, где бы ты ни был, я надеюсь, что там лучше, чем здесь. Ведь тебе пришлось многим пожертвовать, чтобы добраться туда. В общем, где бы ты ни был, постарайся быть счастливым, хорошо? Ради нашего общего блага. Мы будем чувствовать себя лучше, зная, что наши беды того стоили. Мы все с тобой. Все. Даже королева. Эй, погоди секунду. Тариэль, Тариэль, ты хочешь? Хех, она говорит, что занята. Но если бы она... если бы она знала, с кем мы сейчас говорим, то мы бы не получили телефон обратно в ближайшие пару часов. Мы ищем милость спасти тебя от нее. Но ты звони в любое время, хорошо? Она любит поболтать. Ой, упс. Это шутка почти... штука почти разрядилась. Так что, ненавижу прерваться, но... еще увидимся, хорошо, приятель? Пока-пока. Увидимся, Шкет. Щелчок. Конец. Почему? Почему ты отпустил меня? Ты разве не понимаешь, чтобы быть хорошим, это очень больно? Взгляни на себя. Ты завел здесь столько отличных друзей, но теперь ты, возможно, никогда не увидишься их вновь. Не говоря уже о том, как сильно они привязались к тебе. Больно, не так ли? Если бы ты прошел через это, наплевая на всех, тебе бы не было так плохо сейчас. Так что, я не понимаю. Если ты действительно сделал все верно, то почему все кончилось именно так? Почему? Жизнь действительно так несправедлива? Слушай, что если я скажу, что я знаю, как получить концовку получше? Тебе нужно загрузить твое сохранение и... Ну, между делом, почему бы тебе не повидать доктор Альфис? Кажется, вы могли бы подружиться получше. Кто знает, может, у нее есть ключ от твоего счастья? Увидимся. Ага, то есть я могу загрузить сохранение, которое у меня сейчас есть. Давным-давно. Ну, монстры и люди жили в одном мире, потом типа получился раздор. То есть это еще, скорее всего, даже не в конец. Как я понимаю, да? Ну, слушай, как вариант, я могу протестить. Флауэ сказал, ты можешь загрузить сохранение, которое есть сейчас. Mm.
Ну, типа... Почему бы и нет? А чему бы и нет? Только я, понимаете, в чем проблема? Я же к ней ходил. Ее же не было на месте. Это очень странно. Если оценивать игру, как она есть сейчас, ну, слушайте, довольно прикольно. То есть в игре ломания есть стены, есть юмор, есть концовки разные. Вариация прохождения вообще игры. Звонок. Эй, это Андайн. Заткнись, папирус. Это была твоя идея. Человек, ты должен помочь мне кое-что доставить. Пожалуйста. Я в Снежнеграде у дома папируса. Увидимся. Шлёк. Щелчок. Так, ладненько, давайте, если все уже так у нас поворачивается, тогда я на этом закончу. Если вдруг там будет мало контента, то в принципе ничего не изменится. Либо будет другая серия, ну, типа бонусная, либо будет что-то еще. Ланика. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.